Привет, друзья, привет участникам уже нового 37-го сезона конкурса, международного конкурса талантов Golden Talent. Мое имя Дмитрий Гончаров, я генеральный директор радиостанции Sphere Music, и так уж совпало, уже не один сезон являюсь членом жюри данного конкурса. И сегодня мне тоже предстоит честь огласить имена победителей 37-го сезона конкурса золотых талантов. Итак, 37-й сезон Golden Talent. Хочу сказать, что в этот раз просто какой-то, не просто конкурс, а какой-то гала-концерт. Потому что те имена, которые сейчас оглашу, я, дорогие друзья, с удовольствием сходил бы на ваш концерт. Итак, 11 имен, на мой взгляд, являются очень талантливыми и золотыми. Итак, Дарья Егорова, Рэй Татсон, Никита Щепакин, Олег Спину, Мцаканян Ани, Дэвид Лучиан, Каролина Линда, Юлия Жайворонюк, Диана Исаева, Диана Пневска и Екатерина За. Ну а вам, ребята, Юлия Жайворонюк, Каролина Линда, Мцаканян Ани, хочу сказать, не останавливайтесь. И всем хочу сказать, не останавливайтесь, дорогие друзья. Дайте вашему золоту место на большой сцене. Всем пока. Удачи и успехов в дальнейших ваших победах.